Всем приветики. Как в Xiaomi добавить или удалить пункт для разработчика? Чтобы добавить, вы идете в настройки о телефоне и нажимаете на версию MIUI до тех пор, пока вы не увидите надпись «Вы стали разработчиком». Затем в расширенных настройках у вас появится эта самая менюшка для разработчиков. Здесь много всяких разных параметров, много чего можно настроить. Но если вы не знаете, что здесь и для чего оно надо, то лучше не трогать, потому что вы можете что-нибудь испортить, и у вас будет не так работать телефон, как должен или как надо. Поэтому, если вы собираетесь здесь что-то менять, то меняйте только то, ну, что вы знаете, для чего оно. Если вы не знаете, то лучше не трогайте. А чтобы удалить этот пунктик, вы выходите на главный экран и заходите в безопасность. И там нажимаете на кнопку «Начать». Оно проверит вашу систему, память, безопасность. И в самом конце вам выведет информацию о том, что можно включить, что можно очистить. И в самом конце будет видно, что оно исправило. В системе оно вот написано «Режим разработчика отключен», то есть оно его выключило. Все, теперь там уже нету этого пунктика. Вот можно зайти в расширенные настройки и посмотреть. Да, действительно, его нету. Вот как-то так. На этом все. Всем покедова.